Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И... Вести на упред, ребят. Сегодня мы продолжаем прохождение. Паразит. Блять. Фанакрас. Да, ребят, просто сегодня я очень замотанный. Сегодня еще потому что к Пасхе готовимся. Кстати, ребят, всех с наступающей Пасхой. Да, с наступающей. Сегодня, видите, я готовлюсь, куличи просто пеку, и все, вот, и сейчас время свободное буквально полчаса выдалось, поэтому я решил с вами записать вот с Настей Ноу, все, сделать быстренько видосик. Настя Ноу, говори. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, написать наше новое видео, и также вступаем в группу ВКонтакте «Наши 90-е», пока 59, пока только для жителей Перми. Ну, а мы поехали. Да. Ну да, паразитив, да, они от одного издателя-то. От Squaresoft-а. Что эта игра, что та. Как мы помним, нас теперь трое. Да. И мы здесь прогнали чудика. Сундук. Блять. А вон она, наш старый знакомый. О, увидела, да, сейчас как это выглядит-то? Ну да. Оболочка-то. Да, я не успеваю читать. Что бы вы хотели, я не могу вас пропустить. А? Шреддер пришел. Я Зоах. Одна из четырех дев драгонов Акации. Я тоже дева. Ты Серж? Так это я читаю. Так ты Серж. Как интересно. Так Зоах это мужик. Четыре девы это четыре мужика. Я тебя пропущу, если ты меня победишь. Подойди. Вот с которым мы первым встречались, помнишь? И с, ну и с этими двумя. Вот. Он и тоже один из четырех дел. Опять эти крепкие парни. Ты сказал, что взял супер потрясающий элемент с собой, да? На этот раз у меня бриллиантовый из бриллиантовых элементов. Перец. Это новый вызывающий элемент. Потрясающе, звучит неплохо. Но тогда за дело, быстрее применяй его на этих умниках. Утвердительный, подтверждаю. Поехали, перец! Ха! Ничего не произошло, опять намутили. Интересно, что было не так? А? Я забыл по... Забыл по забывчивости. Нельзя применять вызывающий элемент, пока весь эффект поля не будет одного цвета. Ах, тупица тупоголовая. Тогда давай шевелись и превращай все атрибуты эффекта поля в один цвет и попробуй еще раз. Но перец! Нельзя использовать одинаковый элемент дважды в одной битве. Самые глупые из глупых знают это. О боже, Сол. Соль. Ты хоть что-нибудь можешь делать правильно? Это вообще стоит офигевает. Зоа. Вы, клоуны, еще не закончили ломать свою комедию. Так. Серж, ты будешь бить вот этого. Ты более у нас крутой. Да, блядь, ну ты... Это что, сука? Уклоняется? Ну, конечно, наша девка опять сейчас достанется. Так, нормально. Чё? Ничего, хорошо. Чё пропадает? Чё пропадает? Да звук пропадал. Твой. Опять скайп мудит. Хрыщ. Так, давай, кит. Ой, чё-то он... Сниж стойк. А, снижение стойки? Повышенная стойка. Эй, а чё он два раза кастует? Да. По два раза кастует. О, а чё у него себе девку-то бьют? Они летит, начали нападать. Я и говорю, себе её бьют.
Только на этот раз они более живучие. Ладно. Так, давай сразу этого будем вместе все вырубать. Давай, запили его гитарой. Сука. Вот, Сержа начали бить. Да блин, чё они так... О, да чё такое за нахер? Тут нихера они ему хп-то срубили. А у меня лечилка есть какая-нибудь? У меня нету лечилки никакой. Походу дела сейчас ему трындец придет. Лечилка, по-моему, только у Кит. Какой-то бронированный. Все, писец. Да, надо было сразу же кого-то одного валить. Всеми? Да. Мне кажется, сначала таких двоих завалить, а потом уже там вот такая бить первого. Так, попробуем убежать вначале. Потому что я не знаю, я не помню тут как воскрешать. Ха, ты трус, я буду ждать. Подожди ты. Мне чувака надо оживить. О, у него. Не, он оживляется сам, круто. Мы сейчас вернемся, я сейчас это уже знаю, что ты делаешь. Пусть у тебя будет 5 таблеток лежать. Да, они нам пригодятся. Иди сюда, сука. Больше не... Ничего, блин, мы сейчас с тобой разберемся. Мы были не готовы. Да. Я не знал, что соли перец такую кастовать штуку умеет. Они опять сейчас будут трещать. Голема? А что тут голема решил вызывать? А, ну да. Точно. Ничего не сделал. Так, надо кого? Вот этого прикончить. Вот этого. Потому что, чтобы они вдвоем не кастанули эту штуку. Так я чуди говорю, что кого-то здесь чалак. Ну тогда... Перец начал эту штуку кастовать. Блин, чё они ворочутся? Да... Чё-то не уклоняться хорошо стали. Давай, защил. О, это уже хероватенько становится. Сейчас мы тебя еще добьем. Так, одного сейчас минус унем. Есть. Минус. Угу. Теперь они уже не замочат эту такую штуку. Да, блядь, чё не вверх я такие стали? Ну, блядь, он подъем делает. Ой, ой, ой. И опять, блин, Ники избивает. Опять его исхерачили всего. Что такого опыта, не по-детски. Так, с элемент. Таблетка. Нет, на себя используй таблетку. Хп хоть поднял.
Да чё они все его-то бьют? Хрэба систему его херачивают. Да блядь. Хоть уклоняется. Уже радует. Да, блядь. Знаете, я сейчас электротолчком, блядь, прибью нахер. Готов. Минус. Ну что, остался ты у нас. Блядь, тоже вертки, да? Да ты, блядь. Что ты за нахер? Значит, я рыблицу ему ебу нахуй. Дыщ. Блять, ё. Драконий всадник, ёб твою мать. Ты, блядь, он тут рестлер, блядь. Тут рестлинг, блядь, начинается. Да, блядь, чё он такой верткий? Сейчас тоже подъем ему и блядь. Кусок вырежу, блядь. Если на голову. На, блядь. Че? Супер шредер ебучий. Ты падать собираешься вообще или нет? Еще один кусок вырежем. Ломаешь, ведь все по-любое. О, его согнуло. Он еще решил мне врезать. Это блок. Все еще живой. Ты, как он чего-то бронированный. Так, сдай у него что-нибудь спизжу. Джинс? А. Че спиздили? На колени. О! Уже какая-то защита есть у нас. Да. Да, блядь. На нахрен тебе. Да, мы победили. Фух. Ну, лап. Магия. Ну, сыновья, подчувы еще. Класса. Сейчас поапгрейживаемся. Ух, очень хорошо, я тебя пропущу. Ха, мы еще встретимся. Он обещал вернуться. Да-да. Так, давай экипировку. Наколенник, он даст защиту. Так, сейчас, блядь, защиту надо больше вот этому. Его что-то любит. Да, ты его что-то туда. Ну, блядь, слоновая кольчуга. У меня тоже слоновая кольчуга. Нахрена она мне столько ее много? Я что-нибудь броню уже нормальную. Еще, блядь. Лечить нашел. Так, лечить это хорошо. Сейчас мы вот как раз вместо таблетки этому и дадим лечилку. Ой, я не то сделал, надо элементы было делать. Такая музыка приятная. Тут вообще музыка радует. Да, музыка красивая. Да, игра вообще сделана для тех времен, прям вообще, не знаю, суперски. Потому что и графика для того времени очень хорошая. И главное, все эти вот магии использования. О, блядь. Блохи прыгают. Шарики летают. Шарики это не гуд. Так, с элемент еще одна магия бомба, да? Мы можем ее дать еще этой. Коли у нее красный. Сделаем более мощно, пускай будет с усилением еще. Так, может еще можем? Подъем дать. Пусть убийцы есть.
А, вот куда надо. Ставим убийцу. Огненный шар сюда. Вот. А чё огненный шар 2? Ну и чё, 2 раза буду использовать. Это же магия. Чем больше магии, тем круче. Чё, даже на меня никто не напал? Чё на меня никто не напал? А тебе про... Уа. С кем я там сражаться буду? Нашёл. С шариками или с этой... С водомеркой? Шарики на меня упали. Так, этому шарику уже не очень будет. Сейчас тот шарик пробьем только. Добивай этот шарик. Мам. Да блин, она машет. Да. Да что так-то? Вообще позор. Растёкся. Ему не хорошо. Да блин, что-то мы такие все мазилы. Шарик люк сделай сейчас. Суперфинала. Давай басуху. И все, он растекся. Эшна. После такой финалочки он не мог не растечься. Ага, помни это место. Я помню, все пытался тут пробрать. Давай, ты не любишь его место. Я знаю, как его обойти, но там будет махач сильный. А здесь бесполезно будет проходить, потому что они бесполезно будут все время плыть. И вечно с ними махач. Нам вот это надо сделать. Дяденька. Сейчас этим дяденькой еще биться. Не представляешь. Это не дяденька, это да. Призрак. То есть не тяжело, да? Не очень хорошо. Он больно сильный. Видишь, 25 урона наносит. Нормально. Я это сержу всего прокачка. Блять. Да, ему прокачать бы вот. Точность бы. Как в этом, блин, как его, в Горький 17, прокачиваю всем точность. Нет, точность я уже не прокачиваю, я сейчас контрудар больше прокачиваю там. Угу. Нафиг кустом убийцей. А так. О! И мужик хреново становится. Сейчас мы его суперфинала. Блин. Бля, что еще выжил, что ли? Серж, ну-ка ты к нему. Ты живой? Нет. Так, сейчас надо камушек протолкать. Тра-дам. Чтоб больше не летали. Да, не вылазил этих водомерок, блин. Видишь, против течения идем. Скорость маленькая. А эти падлы бесконечно выпрыгивают. Они это, играют.
Ну как бы с ними битвы бесконечная. Иди сюда, сейчас хоть тебя побью. Ну, смотри, там вторая уже припрыгала. Вот давай, еще махач. Походу, она пришла не одна. Про твой. Да блядь. Мне надоели со своими мазами. Сколько урон там нанесла? О, мало нанесет. Чем тебе толчком прибьем? Ты что, ты говоришь, как будто... Электротолчок, если... Все. Сейчас я по всем магмобомбой. Хорошечно. Ее согнуло. Ты! О, она водные пушки делает. Дю. Нормально. Да уж. Ну, на тебе гитары за это. На басуху не жалко. Да. Ну да, я же забыл, что тут припрыгали-то уже. Ждут махача. Что, еще не сломалось, что? Нету по всем, по-моему. Не. Ну чё, они водой стреляют? Я тоже водой шмальну не. А да, луч. Я водой. Где мой бластер? Я думаю, его не использовал. Тихо. Это малярка твоя? Да. Коля малярка. Чё, опять урон магма бомбой по всем. Они еще выжили. Добей это. Не добилась. А, добилась. Кто последний стал? Не, ну, не хочет, да, добиваться. Все, мы еще не убили. Мы еще убили. Да, блин, все одно и то же. Давай, пожарим. Или КП? Любит кто-нибудь. Это же для корейцев. Китайцы, корейцы. Вьетнамцы. Все же деликатесы. Одну чешую дают, блин. Тогда мне надо было чешую эту. Теперь чешую не надо, они мне ее дают. Да. А это тут развод, блин. Все, думал тоже, как попасть. Тут только... Сейчас нам туда никак не попасть. Мы находимся на дне колодца. Это означает, что сопляк вайпера прямо у нас над головами. Эй, приятель, давай дождемся здесь ночи. Кошка прилетел, да? Красивый. Ну мы еще их не встретим. Ой, мы не спойлерим. Все картинки тут красивые. Так. Что, ну сколько там времени-то? Ну да, на сегодня это все, наверное. Ну да, ребят, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр.
Не забываем ставить Люба, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. И вступаем в группу ВКонтакте наши 90-е и 59. И пока 59. 59. Пока только для жителей Перми. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.